Ну и покажу вам, что я купила в этом году из новогодних украшений. Как-то особо много, ну, не приглянулось, скажем так, ничего такого особенного, но кое-что я все-таки купила. Несмотря на то, что больше меня интересуют не шары, а какие-то фигурки на елку. Тем не менее, мне понравились очень вот такие вот шары. Они перламутровые. А, кстати, подождите секундочку. Как всегда, а у меня новый маникюр, который не хочет фокусироваться. Нет, не хочет. Ну ладно, не хочет, не надо. Значит, показываю тогда шары. Очень люблю я перламутр, вообще мне очень нравится. И я вот купила такие красивые белые перламутровые шарики. Давайте их откроем. Придется тут, ой, пошуметь, извините. Вот такие вот шарики. Одно время у меня было такое желание украсить елку бело-серебристыми шарами. Не шарами, а вообще игрушками. Но чтобы вот непременно они были в бело-серебристом цвете. Потом я как-то от этой идеи отошла. Ну вот, такие белые шарики купила. Они будут вместе с остальными игрушками на елке. Потом покажу вам украшенную уже елочку. Так, пусть они вот тут вот. Вот такие вот шарики. Так, все не буду выкладывать. Дальше посмотрим бусы на елку. Вот такие вот бусы. Они тоже, нет, они не перламутровые, они прозрачные, но с таким вот, видите, эффектом Аврора Бореалис. Видите, как чешское, как будто бы стекло. Конечно, это пластмасса, но вот такой вот, видите, такой вот красивый эффект. Стоят они евро 30. Давайте откроем, посмотрим. Раньше в моем детстве у нас на елке были бусы стеклянные, настоящие стеклянные бусы. Но это пластмасса. Ну, ничего. Все равно красивые, смотрите, какие. Вот такие, довольно длинненькие. Вот такие вот бусы на елочку. По-моему, красота. Так, положим их сюда. И последнее, что я вам хочу сегодня показать из елочных игрушек. Это такие сосульки. Они стоят 1 евро всего лишь. Такие вот сосулечки на елку. Из такого же материала, как и бусы. Смотрите, какие. Правда, миленькие, такие нежные, тоненькие. Вот такие вот 4 штучки. Мне кажется, они очень красиво будут смотреться на елочке. Еще так звенят, как настоящие сосульки. Вот такая вот елочная красота. Ну вот, собственно, ребят, это все, что я хотела вам показать.
Я в этом году ничего нового на елку не купила больше. Это все. Вам спасибо за внимание. И до новых встреч. Увидимся. Пока-пока.